Владивосток, 28 сентября 2024 года, набережная Цесаревича. Грани миллионки. Надпись на баннере. Здесь настольные игры. Всякие разные. Ну, наверное, китайские. Потому что на миллионке жило много китайцев. Красные фонарики. А здесь столы. Игра Го здесь представлена. А нет, здесь тарелки разрисовывают. Игра Го у нас дальше. В той большой палатке мастер-класс. Ну, что-то готовить учат. Вот очередь к предсказательнице. Гадалки. В той палатке чайная церемония. Там какая-то фотозона. Здесь что-то, какая-то игра тоже. Чайная церемония. Там фудкорты. В той стороне уличный маркет. Здесь какие-то игры.